Всем привет, с вами снова я, Настя, и да, это видео о покупках для малыша. Я ударница, снимаю все в один день, у-ху-ху. На мои пятнышки не обращать внимания, это так красилось. Я обещала вам рассказать о покупках для малыша, в этом видео покажу вам одежду, также я вам покажу обувь и некоторые сосочки, бутылочки, что успею. Постараюсь сделать это видео не очень длинным, потому что я люблю болтать. Сразу перечислю магазины, в которых я покупала, это Детский мир, Кораблик, Дети, H&M, детский отдел, также я покупала Смик, там очень хорошие вещи можно, ну там вообще хорошенькие вещи, но подешевле их можно купить во время распродаж, там в районе 350 рублей вообще, и наборчики там за 500-600 рублей, комплекты очень классные. И последний магазин, по-моему, в котором я покупала, был один раз, я покупала там в Киабе один костюмчик. И матаки. Что ж, пожалуй, начну. Сразу скажу, царапки я показывать не буду. У меня стандартные из матаки, беленькие. В них ничего такого нет. Пожалуй, начну как раз с кофточек. Эти я покупала такую маленькую. Это совсем маленький размер, на, по-моему, вообще 50. Купила как раз в Смике. У них отворачиваются рукавчики, то бишь царапки не обязательно. Очень удобно. Я думаю, я надеюсь, мы успеем это поносить. Здесь также все на заклепочках. В принципе, говорят, что лучше, конечно, когда не заклепки, потому что они типа холодненькие, малышу неприятно, но я думаю, нормально. Также к такой же кофточке у меня идет, там был комплект, это беленькая с рисуночком, с птичкой, даже инопланетяне какие-то. Hello, I'm here. Да, new или I'm new here. Короче, я новенький здесь. То же самое на кнопочках и точно так же здесь заворачивается в царапку. Соответственно, очень классно, у меня все постиранное, отглаженное. Я просто достала это все из комодика вам показать. Дальше мы купили, по-моему, это либо кораблик, скорее всего, дети, либо кораблик. Это такие, знаете, тоже кофточки. Это уже большой размер. Это, по-моему, у меня почти 60. 60, по-моему. На вырост они без царапок. Обычные тоже на заклепочках. У меня все на разные размеры. Начиная от самых маленьких и покрупнее. Потому что, я не знаю, будет ли мальчик крупный. Скорее всего, крупненький. Также мы купили в Смике. Это 68 размер кофточки. Здесь пингвинчик. И здесь заклепочка идет по боку, одевается через голову. Здесь пингвинчик, по-моему, а здесь мордочка моржика. Очень милая рубашечка, мне понравилась. Это шло все в комплекте. Комплект как раз где-то вышел в рублей 500-600, по-моему. Также тоже рубашечка из детей. Такая же, как и до этого, через одну. Тоже на заклепках, простая. Все мягенькое, все отглажено, все очень приятное на ощупь. Ну и вот опять же, к наборам, почему мне понравился Смик, там очень много наборных, именно как в Мадокея, но намного дешевле. Это такая, как водолазочка, одевается через голову. Я надеюсь, я привыкну спустя там хотя бы дня 4 спокойно одевать ребенку уже через голову, без всяких заклепок. Далее. Такие комбинезончики, это H&M, у меня он большой, по-моему, даже, да, 56 размер. Там был комплект, здесь заклепочками идет по ножкам и полностью от начала, от воротничка и до ног. Комплект был с такой белой морской, с якорями. То же самое, опять же, идет сверху и по ножке. Стоил, по-моему, мы его купили за 799. А потом, кстати, спустя, наверное, пару дней мы заехали. Он тогда висел один. Вот, мы заехали, смотрим, их уже много, и они уже 899 стоят. Было немножко странно, удивились. Также ползунки Baby G, это все у нас, по-моему, это то ли Детский мир. Либо Детский мир, скорее всего, либо вот из Смика тоже. Мягенькие, полосатенькие, на обычной резиночке. Здесь размер 62. Вдруг мы будем пухленькими.
И также вот к тем распашоночкам у меня еще есть такой простой бодик. Тоже беженький, это тоже дети. Тоже с царапками, здесь попроще. А, царапка внутри. Вот, все уже отглажено, постирано. Из ползуночки, кстати, у меня разные, не все. Мы еще купили, это магазин такой обычный, знаете, у нас просто здесь есть как павильончик, там как раз продают от русского производителя вещи. И у меня есть такие прям тоненькие, видите, в сеточку. Это хлопок. Они очень мягкие, очень легкие. У меня таких пар три. Еще одни голубенькие и зелененькие. Вот они примерно 56 размер. Очень мягко, как раз на лето, я думаю, подойдет нам. Также пару шапочек покажу. Но вот опять же, Мадокея, почему я сказала, что не буду показывать царапки. Я купила царапки и купила шапочки комплект. Обычные беленькие, если будет прохладненько. 62 размер. И вот такая у нас с птичечками. Тоже шапочка. Вот. Самые классные вещи сейчас я вам буду показывать. Я была просто шопоголиком жутким. Этот бодик из Киаби. Туда идет в комплект шапочка зайка. Я надеюсь, мы как раз успеем поносить вот в первой самой недельке жизни. Здесь идет такой зайчик. Здесь царапок нету. Это очень маленький размер, 50. Я надеюсь, он влезет в него, потому что если он туда не будет влезать, это будет катастрофа, я очень расстроюсь. Итак, тут тоже все на заклепках. Идет вплоть до... Сейчас, секунду. До ножек, то бишь, полностью может положить ребеночка и одеть. Очень удобно. Мне очень нравится этот комплект. Надеюсь, мы его все-таки упоносим. Честно, с одной стороны, жалко, что показывать нельзя ребенка на лицо, а с другой стороны, такой пушечка будет. Прям фанатею я. Дальше. Дальше у нас идет такой кардиганчик, кофточка теплая. Это вот как раз из Мика. Здесь у нас такой бобер. Как я показывала вам кофточку, там комплект был. Как раз шла кофточка, шла такая кофточка. По-моему, там то ли штанишки еще шли, то ли просто тоже бодиком. Итак, здесь нет никаких царапок. Здесь кнопочки. И на кнопочках... Еще опять так плохо видно. Тоже мордашки. Пингвинчики, мордашечки. Очень милые. Размер у нас 68. Как раз на прохладные вечера, я думаю, нам будет очень даже удобно, очень тепло. Далее. Опять же, из этого же магазина, такой тоже у нас комплект был, динозаврик. Здесь хохолок у нас такой. И дальше идет бодик. Он пузиком, ножки. Он очень мягкий, очень приятный. Я стирала в машинке на ручном режиме, 56 размер. Вот, будем гулять в нем вечером, летом. А почему летом вечером? Потому что все-таки утром более-менее, днем очень жарко, я думаю, для малыша будет на улицу выходить. А вот ближе к вечеру будет самое оно. Тем более этот комплектик очень тепленький, очень уютный, и он безумно нравится. Так, следующий у нас комбинезончик. Такой хорошенький, коричневый мы вам брали, вот как раз они тоже там же, тоже в Смике. Здесь динозаврик, здесь шел как раз комплект с кофточкой, туда одевается кофточка под низ. Здесь на заклепочках можно регулировать длину бретельки. И просовывается малыш, здесь есть боковые заклепочки, пара. Вы, в принципе, просовываете сами. Это единственный минус, то, что не до конца расстегивается. Ну, а так, вот здесь снизу, в принципе, вы расстегиваете ножки, расстегиваете по бокам и просовываете малыша. Жалко, что он не весь так расстегивается. Но я имею в виду боковые части, потому что снизу он расстегивается полностью, как видите, здесь прям целиком можно ножки просунуть ему. Далее. Я косякнула, и у меня, по-моему, постирался белый комбинезон. Там шапка была, и у нее ленточки были красные, и немножко у меня покрасился он. Это, по-моему, нам то ли подарили, то ли мы сами взяли. Это большой размер, прям по всем. 68, это из детского мира, по-моему. Такой беленький,
комбинезончик. Вот видно, да, пятнышко. Немножко жалко, но ничего, думаю, дома ходить нам вообще нормально будет. Далее. Идет у меня такой костюмчик. Такой хорошенький. Здесь у нас мишка с воздушным шариком. И в комплекте шапочка. Очень мягкая, очень приятная ткань. Все расстегивается полностью, опять же, от начала до пяточек. Поэтому для малыша будет самое оно, комфортно ходить. Последние вещи, я имею в виду из бодиков, штанишек, поэтому, наверное, все-таки разделю это видео. Итак, следующее. Это комбинезончик, он был куплен в детях. Размер 62-40. Написано 3 месяца, но что-то я сомневаюсь. Здесь у нас такой бегемотик хорошенький. Здесь нету царапок. Соответственно, малыш уже не должен сам себя так царапать сильно. И здесь расстегивается все по одному боку, от начала до пяточки. В принципе, тоже удобно засовывать малыша. Я думаю, я уже приноровлюсь. И последний комбинезончик, который я хотела бы вам показать. Из того, что прям вот так хочется похвастаться. Ой, он даже зашевелился, ему нравится, что хвастаю. Это такой костюмчик с пандами. Также расстегивается от головы до пяточек. И туда в комплект шла такая милая шапочка. Вот, размер у нас, по-моему, здесь тоже 56-40. Вот, так что будем носить. Я думаю, в это мы влезем. И ему будет очень комфортно. Про одежду, пожалуй, все. Переходите сразу на следующее видео. Это будет обувь. И будут бутылочки с сосочками. Все. До встречи. Переходите быстрее.